На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии отражены атаки подразделений ВСУ в направлении Новомайорского и Приютного. Противник успеха не имел, понеся потери, отступил. Артиллерийским огнем поражены склады с боеприпасами в Причистовке, Шахтерском и Углесборочной. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две буксируемые гаубицы МСТА-Б, гаубица Д-20 и 4 минометных расчета. Ударным БПЛА уничтожена БМП в Угледаре. Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Причистовки, Новодонецкого, Старомайорского, Урожайного. Уничтожен узел связи ВСУ в Новомихайловке.